Продолжаем наши занятия для группы «Светлячки», 3 класс. Тема сегодняшнего занятия – рыбы, особенности рыб. Я вам хочу рассказать, что среди рыб есть чемпионы, среди мира рыб. К чемпионам можно отнести самая большая рыба. Это китовая акула, которая длиной 15 метров с небольшим, но есть сообщение о китовых акулах длиной до 18 метров. Большая белая акула, акула-людоед, тоже предположительно достигает 9,5 метров в длину. Но среди крупных рыб есть и маленькие рыбы. Маленькие рыбы – это аквариумные рыбы. Это бычки-пандаки и бычки-мистихис. То есть это рыбы-бычки. Их длина лишь 7 миллиметров. Ну, они у нас как аквариумные рыбки. Ну, а родины их, водятся они на Филиппинах, в реках и озерах. Существуют самые ленивые рыбы. Самцы некоторых глубоководных удильщиков во много раз меньше самок. Прикрепляясь и срастаясь тканями самкой, самец паразитирует на ней, но взамен паразитирует, то есть самка его носит на себе, кормит, а взамен этого он оплодотворяет икру. Самая дорогая рыба. В Токио в 1992 году голубой тунец, весивший 324 килограмм, был продан за 83 500 долларов, то есть примерно по 250 долларов за 1 килограмм. Книгу Гиннесса занесены и самые тяжелые рыбы. Зарегистрированный вес китовой акулы 21 тонн. Белуги могут достигать веса 4 тонны, а матра или морской дьявол 3 тонн. Марлин, родич меч рыбы, до 1 тонны. Это самые тяжелые рыбы. Самое тонкое. Самым тонким представителем рыб является нетехвостный уголь. При высоте тела, не превышающей 2 сантиметра, то есть ширина 2 сантиметра, льда его может достигать 1,5 метров. Случается он на глубине до 500 метров. Сегодня мы с вами познакомились с рыбами, особенностями рыбы, узнали, какие бывают рыбы, что познакомились с чемпионами среди мира рыб. Узнали, самая большая рыба – это китовая акула и белая, и большая белая акула. Что существуют самые маленькие рыбы – это бычки. У нас они как аквариумные, а родина их Филиппины. Узнали, что есть самая ленивая рыба – это самец рыбы-удильщик. Что существует самая дорогая рыба, которая в Японском море, живет в Японском море, ее продают, это голубой тунец. Что в мире очень много тяжелых, самые тяжелые рыбы. Это и китовая акула, и белуга, и матра или морской дьявол, и морлин, родич меч рыбы. Что есть на земле, и самая тонкая рыба – это нитехвостный уголь. То есть сегодня была тема рыбы, мы с вами познакомились с рыбами, занятие окончено. Благодарю за внимание. Приглашаю на следующий.